Большинство граждан Республики Молдова рассматривают телевидение как основной источник информации. Такие данные содержат исследование эволюции и предпочтения в отношении СМИ в Республике Молдова, проведенного ИМАС с 9 февраля по 4 марта 2018 года. Таким образом, согласно опросу, 65% респондентов смотрят телевизор, чтобы получить ту или иную информацию, а почти у 72% из них есть любимая телепрограмма. Около 85% из них предпочитают смотреть новостные передачи. 64% опрошенных смотрят новости по телевизору в течение недели, 22% — в выходные дни. 23% респондентов предпочитают социальные новости, 15% новости в области внутренней политики и еще 14% расследования и обнародования информации. В основном респонденты предпочитают новости отечественных телеканалов 73%, а 22% респондентов сообщили, что отдают предпочтение новостям зарубежных телеканалов. Опрос проводился по заказу Ассоциации развития и сотрудничества Молдовы при поддержке Швеции и Соединенных Штатов Америки. В нем приняли участие 1513 респондентов в возрасте старше 18 лет.